Что делаете, дебилы? Это наша еда. Это мой приказ, придурок. Жындыма налар. Где мой сейф? Сейф на мусорке. На какой мусорке? В центральном. Мусоровоз, наверное, забрал уже. И вы что, дебилы, что ли? Я же просто попросил вас мусор вынести. Сейф что, мусор, что ли? Нет. Но по феншую надо от старых вещей избавляться. А к чему? По феншую. А шею не хочешь получить, придурок? Нет, шеф. Нет, шеф. Короче, встали! Встали, говорю! Идите за сейфом, там у меня важные вещи остались. Ну и что, где сейф? Вот сюда поставили. Мусоровоз забрал, наверное. Как? Короче, я ничего не знаю. Ищите мусоровоз и на свалку поедем, поняли, придурки? Если там сейфа не будет, я вас и по феншую, и по менджу, и по нескольким еще направлениям убью вас, придурки. Ну что, шеф, стало теплее, нет? Тепло, тепло, но, блин, кажется, слишком перетепло. А, туши! Слышь, туши, убавь огонь, Эй, не дуй, а туши, Эй, давай туши, блин, ты что творишь, Сейчас за водой сбегаю! Ты что, манал, что ли, эй? Сындар, мен де уақытша, осы жерден тауып аңдар. Да? Сейчас, подожди. Подожди. Опа! Красавчик! Осы жерден түсіңдер болды. А где теперь сейфа искать? Это не мои проблемы, понял, придурок? Ищите по фэншую. Идиоты, блин. Давай, ищите. Я нашел, шеф. Да? Ух, ё-моё. Походу, огнем хотели открыть, да? Давайте сейф на ноги поставьте. Давай, быстро. Слава богу. Там человек. Мурат, ты что ли? Ты что тут делаешь? Как сюда попал? По госпрограмме, что ли? Как наша земля? Красиво, а? Мура, ты что тут делал, а? Это я сейчас у Медета спрошу. А где Эрнеста? Эрнеста где? Эрнеста? Какой Эрнест? Так и знал, что сам с собой разговаривал. Бедный. Мура! Куда ты идешь, Мура? Мура, стой! Ты куда идешь? Нам надо в ту сторону вообще. Пойдем. Шеф. Что? Вы же здесь какие-то документы искали. А, блин, точно. Чуть не забыл. Блин. Вот это я искал. Все, пойдемте, придурки. Мура, брат! Пойдем, брат.